Три типа масел. Вообще следует каждому человеку знать, что очень полезно по утрам обтираться маслом. Сейчас я вам расскажу, как надо обтираться маслом. Есть три только типа масел, которые никогда не перегревают человека. Это кокосовое масло, кунжутное, светлого кунжута, и топленое сливочное масло. И каждому человеку по своей жизни подходит только одно из этих трех. Можно просто попробовать. Если вы намазались каким-то и вам плохо, значит намажьтесь вторым. Одно из этих трех вам подойдет. Как надо мазаться? Моетесь под душем с утра. Каждый человек с утра должен обязательно мыть все тело под душем. Если он этого не делает, значит он таким образом всю энергию сна, энергию духов, которые ночью на него действуют, переносит на весь день. Ну, то есть человек должен смывать себя эту энергию сна обязательно душем. То есть нужно мыться по утрам. Можно использовать средства, то есть вы помылись там с мылом, еще с чем-то помылись, допустим, и когда вы уже чистая, женщина не обязательно волосы мочить каждое утро, можно в шапочке мыться, все равно все смывается. Когда вы уже чистая, вот, в этот момент вы можете взять несколько капелек масла, капельки именно, на мокрое тело, просто капаете в разные места и размазываете. Получается очень тонкий слой масла на теле. Его даже практически не видно, только ощущается запах. И потом еще чуть-чуть его смыли, после, можно на волосы также намазать, они маслянистыми становятся волосы. Потом вы все смываете душем, но без всяких там этих. Просто душем полили и дальше вытерлись полотенцем. У вас кожа пахнет маслом, но масла на коже не видно. Ничего не мажется, но пахнет. И вот такое количество масла, оно обладает огромным лечебным свойством. Если человек мажется таким маслом, то он кожа в идеальном состоянии находится. Не нужно никакими косметическими средствами пользоваться женщина, если у вас есть вот это утреннее масло на теле. Волосы в идеальном состоянии, то есть они меньше выпадают. Пищеварение улучшается очень сильно, огонь пищеварения разгорается, иммунитет возрастает, обмен веществ возрастает в организме. И увеличится продолжительность жизни, если человек так делает каждый день. Но самое главное, не перебарщивайте, не надо масла много на теле оставлять. Это может вас перегреть и вам жарко жить станет. Если жарко жить стало, значит вы лишнего маслитесь. Или просто не то масло, может быть, другое попробовать. Из этих трех другие масла больше никакие не использовать. Это все перегружает. Все остальные масла опасно мазаться постоянно. И лучше с совета врача это использовать. Но вот эти три масла, они для всех всегда подходят. Выберите себе из трех одно. Да? Это не ваше масло. Нет, вам подходит кокосовое масло, точно. Просто вам надо мазать очень мало. Да, вы перегрелись. Не, потому что вы мазали много. Сколько капель на тело вы? Ну, так что вы тогда мне говорите? Вам надо делать так, как я говорю, понимаете? Вы тоже можете мне сказать, Олег Геннадьевич, я делаю все, как вы сказали, но что-то заболело. Если вас спросить, вы скажете, ну я просто ел в три раза больше. С утра, в обед и вечером. Ну понятно, что как бы если в три раза больше, то заболеешь. Система ясна? Наполнились, отдавайте, не сидите у себя дома, не кисните. Что-то делайте для кого-то, иначе счастья не будет в жизни. Энергия счастья должна двигаться внутри. Человек живой должен отдавать, любить всех, заботиться обо всех, и тогда он будет счастлив. Движение энергии должно быть, любви. И тогда человек будет здоровым. Хорошо. Теперь мы с вами поехали дальше, да? Мы говорим о постах, да? Для чего, какой пост нужен? Хотите знать это знание?
Следует знать, что эта наука о постах существовала всегда, и древние врачи, они лечили движением людей, статикой и постом. Пост – это очищение организма. И очищение организма, самое простое очищение организма и самое эффективное – это не есть до обеда и пить воду. Все. Не надо выходить из поста, не надо входить в пост. Просто не пьем, не кушаем, пьем воду сколько хотим до обеда и не кушаем. В обед кушаем, как обычно. Все. Самый простой пост. Можно делать, когда хочешь, сколько хочешь, никаких ограничений. Если ты решил поститься с целью достижения какой-то цели, допустим, зачать ребенка, допустим, еще что-то, то всегда пост должен быть совмещен с днем недели. Потому что каждый день недели дает свою силу человеку. Допустим, на английском Sunday, что значит Sunday? Солнечный день. Это воскресенье, да? Видите, мы назвали воскресенье, это по воскрешению Христа, да? А раньше люди называли вот так вот дни. Связаны с чем? Воскресенье, с чем день связан? С солнцем. Monday, Monday. С чем связан? С луной. Лунный день. Это понедельник. И так далее. Так во всех традициях как бы люди знали, с чем дни связаны, с какой планетой. Это знание у всех было. Сейчас мы ничего не знаем. Так вот, знаете, если человек хочет быть оптимистом, мы говорим сейчас только о посте на воде. Этот пост проводится с утра и до вечера. Выход на следующий день. Утром фруктами. Сухофруктами, фруктами. Выходит человек с утра на следующий день. Он никак не входит в пост, просто он не кушает слишком много вечером. И весь день только на воде пост на следующий день. Только на воде. Воскресенье. И этот пост дает человеку победу над судьбой. Как он побеждает судьбу? Воскресенье, если ты в депресснике, если у тебя плохое положение в обществе, если ты не уважаешь старших и хочешь научиться, если ты хочешь иметь сильный иммунитет крепкий, если у тебя больные глаза, там кости, десна, если у тебя, допустим, проблемы в отношениях с мужем, с мужским началом или с отцом, допустим, то тогда человеку нужно поститься в воскресенье. Запомнили? Если у тебя нарушен сон, если у тебя нет любви в семье, если у тебя плохие отношения с женщинами, если у тебя нарушен обмен веществ, если у тебя нет спокойствия в жизни, Самара, городок, беспокойная я, вот, если у тебя не хватает такой как бы утонченного восприятия мира, поэтичности там, еще чего-то, грубовато смотришь на мир, общаешься грубовато с людьми. Вот. Если есть болезни гормональных функций по-женски, там цикл нарушен, вот, у женщин, или болезни, связанные с глазами опять, когда глаза переохлаждаются, нужно поститься в воскресенье. Когда перегреваются, нужно поститься в понедельник. Ну, то есть все эти причины, там, нарушение отношений с семьей, нет гармонии, нет любви, одиночество, нет любви в жизни, это все в понедельник пост. Вот он высвобождает эти энергии, которых тебе, вот такие энергии, которых тебе не хватает. Постимся в понедельник. Если у человека слабая воля, слабая решимость, слабое пищеварение, если у человека не хватает способности победить судьбу, кто-то задолбал, там суды-пересуды, там насилие мучают вас, надо быть сильнее. Если вы хотите как бы преодолеть препятствие какое-то, провести успешную операцию, рассосать опухоль, там, если у вас еще кого-нибудь рассосать, ну то есть кто-то мучает, вот, то пост во вторник. Вторник — это день Марса. Марс побеждает, победу дает над судьбой.
Если у человека не хватает возможности общаться с людьми, ему не нравится погода, то это то та. У него какие-то нарушения ритма в организме. Если у человека с речью связана работа или бизнес, он бизнесом занимается, с речью связано, торгует, торговлей занимается. Ему нужны силы для торговли, для бизнеса, для общения с людьми, дружить со всеми нужно. Вот, гармонично относиться с этим миром, вот, чтобы речь была красивой, чтобы сердце нормально работало. Тогда человек и щитовидная железа, и поджелудочная железа, и вообще все гормональные органы, тогда человек постится в среду. Вот поститься можно все 7 дней в неделю. Без... Но помрешь, как это, с протото 80. Эту ягоду можно есть? Можно, но отравишься. Итак, один раз в неделю надо поститься, какой-то день выбирать. Один такой, другой такой можно. Но если подряд, то лучший результат. Если как бы боксер дерется, да, ему лучше в одно и то же место бить, лучший результат. А можно бить везде. В принципе. Тоже хорошо, но лучше в одно место. Ладно. В четверг. Если у человека не хватает веры, если у человека нет наставника, если человек плохой иммунитет, если у человека больная печень, если человек нужно преодолеть проблемы судьбы, то есть победить судьбу. Вот, если человек краски жизни поблекли, и как бы он в депрессии находится, ему надо стресс победить. Если какое-то хроническое заболевание, не хватает силы, человеку нужны силы жить, тогда пост четверг. Если человек хочет больше счастья, радости в жизни, если он хочет, чтобы в семье все было хорошо, если он хочет, чтобы как бы были такие добрые, нежные отношения со всеми, ласковые, вот. Если женщинам нужно половые как бы проблемы с, ну, какие-то проблемы в половых отношениях там, допустим, вот, то пост пятницу. Если человек хочет выйти из тюрьмы или не садиться в тюрьму, если человек хочет, чтобы работа была полегче, если ему жизнь задолбала, если он болеет психическим заболеванием, если духи пристают или правительство, вот, если человек чувствует, что он как бы изгой в стране, или его выгоняют из страны, если человек чувствует, что жизнь очень тяжелая у него и нищета, то человеку надо поститься в субботу. Теперь, мои хорошие, вот пока я не забыл, еще кроме поста еще кое-что хочу вам сказать. Пожалуйста, вы в субботу не женитесь. Ладно? Жениться надо в пятницу. В пятницу. Самый лучший день в пятницу. Но в субботу, пожалуйста, не надо, мои хорошие, не надо свадьбу играть в субботу. Потому что суббота — это день Сатурна, значит, жизнь будет тяжелая. Ну ничего страшного, значит, тогда. Сделайте венчание в пятницу, значит. Переиграйте ситуацию. Еще одну свадьбу сделайте, только венчание. Сделайте ее в пятницу, и у вас все поменяется. А если мы всю лекцию, если будем, тогда чего? Тогда лекции уже не будет, правда? Ладно, поехали дальше. Я же вам все сказал уже. А, какие планеты? Среда — Меркурий, четверг — Юпитер, пятница — Венера и суббота — Сатурн. Вы помнили?
Самые тяжелые для судьбы планеты – это Сатурн. Самые тяжелые для судьбы планеты – Сатурн. И самые благоприятные для судьбы – это Юпитер. Юпитер в четверг. Ну все, поехали дальше. Теперь я вам рассказываю другие виды поста. Самый лучший пост – это пост на воде. Самый простой пост – это до обеда. После обеда не надо делать пост, это не пост. Вот. До обеда именно, когда солнце поднимается, сгораются токсины и человек омолаживается. Все самое лучшее лечение надо делать только до обеда. После обеда уже не лечение, не пост. Вот. Если вы весь день поститесь, это тоже хорошо. Но если вы во время поста на воде постоянно хотите жрать, это портит здоровье. Человек во время поста должен молиться, делать добрые дела, как-то заставить себя что-то делать, отвлечься от еды. Но если вы постоянно у вас течет слюна, лучше покушайте. Иначе вы будете болеть. То есть это не пост нормальный, это самоубийство, когда человек постоянно... Это не пост. Пост это когда радостный, веселый, забыл про еду, пьем водичку и живем весь день радостно и весело. А? Ушел в лес, на дальней станции сойду и хорошо с былым наедине. Бродить в полях ничем, ничем не беспокоясь. Тошнит от голода, значит на воде пост. Тошнит, значит до свидания, пост на воде. Будем поститься дальше. Есть же разные виды поста. Давайте изучать дальше. Есть пост на сырых овощах. И лучше овощах выбирать или на фруктах, или на овощах. Вот только на одних сырых овощах. Это могут быть салаты, там, корнеплоды, просто зелень. Пост на любых сырых овощах предназначен для успокоения человека. Перевозбужденный, напряженный человек на овощах начал поститься, успокоился. Если человек в депресснике находится, в депресснике, то поститься надо на фруктах. Но на цитрусовых лучше не поститься, потому что этот пост сильно возбуждает психику, он делает психику очень активной, чрезмерно активной. Это хорошо для такого сильного, огромного повышения иммунитета. Когда совсем уже тяжелое какое-то аутоиммунное заболевание, тогда на цитрусовых надо поститься, попить соки апельсина, там, грейпфрукта там, и так далее. Вот, запоминаете? Если человек постится на одних корнеплодах, такой пост хорошо делать во вторник мужикам, которые не могут зачать детей. Тогда, если он, допустим, 4 вторника подряд попостится на сырых корнеплодах, это свекла, морковь, вот, сельдерей корень, и пить женьшень еще корень в эти дни по вторникам. И он при этом соблюдает целибат еще, целый месяц постится по вторникам и соблюдает целибат. И каждый вторник только одни сырые корни. Можно соки там пить, можно так есть, как хочешь. То такой человек может даже глазами зачать. У него же с глаз начинает семя идти, уже такая сила, как бы, что страшно уже даже на него смотреть становится. Что такое целибат? Целибат это целибат. Морковка, конечно, это же корень. Морковка это корень морковки. Прямо стоячий. Растение такое. Вот. Есть пастернак корень, сельдерея корень. Корень картошки не надо сырым есть. Невкусно. То есть мы этот корень не едим сырым. Исключение. Итак, вот такой совет. Теперь женщины, если хотят забеременеть, они уже не по вторникам, а по пятницам
кушают овощи, которые растут над землей. Это кабачки, патиссоны, тыква, в основном вот эти овощи. Сырыми, соки из этих овощей. Если вам уж совсем невкусно, там мужики и женщины, можете мед добавлять, чтобы... Ну, мед не мешает вот этому посту на овощах, там, не мешает сырым, сырой пост держать. Ну, чтобы повкуснее было, чтобы там не тошнило, не давиться этими продуктами. Лучше сочетать, если свеклу пьете, добавьте морковки чуть-чуть, чтобы было вкуснее. Ну, как-то фантазируйте, чтобы выживать. Вот. Запомнили, что женщины улучшают гормональные функции с помощью поста на овощах, которые растут над землей, у них гормональные функции становятся сильными, способными забеременеть. По пятницам. Дальше, когда человек постится на зелени, зелень можно сырую есть во время этого поста, а можно тушить. Тушеная зелень, знаете, можно шпинат просто потушить на сковородке, получается такое, как бы, такая зеленая мякоть такая. Сок можно шпинатовый пить. Когда вы на зелени поститесь, можно топленое масло чуть-чуть добавлять, когда вы делаете вот этот тушеный шпинат. А свежую, когда, ну, зелень, можно, допустим, чуть-чуть добавлять какого-то другого масла. Ну, потому что зелень лучше с маслом есть, иначе вам будет тяжело подмасливать чуть-чуть. Ну и чуть-чуть подсаливать, соответственно. Этот пост на зелени колоссально влияет на обмен веществ. Допустим, если у человека сахарный диабет, если у него кожное заболевание, если у него аллергия, если у него плохо работает печень, поджелудочная железа, щитовидная железа, то есть нарушен обмен веществ и воспалительный процесс в организме, пост на зелени самый лучший. И вообще зелень является самой легкой пищей на Земле. Поэтому с возрастом, люди с возрастом должны больше есть зелени. Так как зелень свежая переваривается плохо, поэтому надо ее тушить, тушеная зелень. Такое, надо блюда такие есть. И так как шпинат стоит дорого, поэтому есть такой, два таких уникальных продукта, называется лебеда один. Это сорняк, который растет везде, во всех странах мира. Лебеда и амарант тоже сорняк. Вот эти два сорняка, если взять листья этих сорняков и потушить, вы их все видели, эти растения, вы просто не знаете названия. Вот, если взять листья, потушить, свежие молодые листья, то они, ну, вкус такой же, как у шпината. Очень вкусно. То есть тушеная вот эта зелень. И эту зелень, допустим, амарант, семена амаранта сейчас продаются везде. То есть можно купить даже у нас на сайте, там вам вышлют. Это пачка такая семян, хватит надолго. И эти семена просто на клумбу насыпаете, есть лампы специальные для растений. Сейчас продаются такие лампы, и даже есть такие системы, что вам даже не светит, они закрыто все. Получается такая домашняя теплица, вы просто ставите эти лампы, ничего там плохого не будет, эти растения нормальные для пищи. И вот просто даже зимой, там когда угодно, если у вас, допустим, площадь квадратный метр вот этой теплицы, то вы можете целый год питаться зеленью бесплатно. Ну, то есть семян накупили, засыпали, и можно срезать, опять растет, так раза четыре. Потом она грубеет, выкопали, посадили новые, через три недели новая зелень пошла. И так все время. Экономит средства капитально. Можно из лебеды делать салат также, можно делать сок зелени. Второй вариант, если вам этот не нравится, вариант, берете пшеницу просто и засыпаете точно так же просто в обычную там какую-нибудь плоскую посудину, и там постоянно должно быть чуть-чуть воды. Следите, чтобы не было много и не было мало. И пшеница начинает расти. Так, пшеница, соответственно, должна быть цельная. Пшеница прорастает, растет. Когда она вот такой становится, большой, то вы корешки срезаете и оставляете только ростки вот эти зеленые. И есть блендеры, которые взбивают ее, ну, рубят, взбивают, и получается такая зеленая масса. С водичкой разбавляйте, добавляйте сахар, что-то, и пейте как сок. Эта пшеница будет очищать организм от всех шлаков.
Понятно? Вот эта зелень, листья являются самой полезной пищей на земле. Листья именно. Понимаете, мы просто не все листья можем есть. Но те, которые можем есть, это лист петрушки, укропа, там, салата, шпината, амарант, лебеда. Вот эти листья, они продлевают продолжительность жизни. У всех пожилых людей, когда нарушается обмен веществ, человек, если увеличивает сильно количество зелени, особенно тушеной в своей пище, то у него все проблемы со здоровьем начинают уходить. Организм улучшается, балансируется, успокаивается и все прочее. Если человек психически больной, у него сильно возбуждена психика или дети ДЦП, тоже если тушеную зелень давать, у них успокаивается психика и тоже приходит в норму. И эта пища вкусная на самом деле, ее вкусно есть. Ее подсаливать? Подсаливать, все, можно подсалить и так далее. Теперь дальше. Пост на ягодах. Меркурий, день Меркурия. Среда. Да. Вот. Капуста не относится. Но молодая капуста относится. Если она зеленая еще, молодая капуста, маленький качан, то относится. А? Пекинская капуста относится. Тоже опять молодая. Есть крупная, и она не относится. А еще молодая совсем, то относится. Еще лучше, да, пекинская. Молодые с зеленые белки берите. Туши. Хорошее дополнение. Спасибо. А? Я? А вы говорите про икадыши, что ли? Я всегда пощусь только до обеда. Я полный пост никогда не делаю. Всю жизнь пощусь каждый день только до обеда на воде. Потом кушаю. Мне так нравится жить. А вы смотрите сами. Вот сейчас напомнили, есть такие дни, вот знаете, у лунных суток 14 дней, да? Лунный ритм 14 дней, да? 14 дней луна растет, 14 убывает, да? Между ними есть один день там и один там, получается 30 дней всего. А нет, всего 14 там, 28 дней у луны. 14 растет, 14 убывает. Так вот, 11 день растущей луны и 11 день убывающей луны – это время, в которое человек должен беречь себя от опасности и влияния злых сил. И в этот день рекомендуется не есть ни мясо, ни яйца, ни рыбу всем, даже те, кто это едят. 11 день возрастающей луны и убывающей. И в этот день также не рекомендуется есть зерновую пищу, потому что через зерно тоже злые силы могут влиять на человека. И в этот день особо много аварий обычно бывает, люди все напряжены, нервные, несчастные, замученные, ругаются, потому что идет влияние этих сил. Атмосфера не защищена от злого влияния в этот день. Но если человек не ест ни мясо, ни рыбу, ни яйца, ни зерно, то он избегает этого злого влияния. Значит, следующий вид поста – это пост на ягодах. Предназначен для похудания и улучшения обмена веществ. И такой пост можно проводить или в пятницу, или в субботу. Ну, то есть, если в субботу будете проводить, то психика будет успокаиваться, так расслабляться, а если в пятницу, то обмен веществ будет улучшаться. Можно размороженное, нормально. Нормально. Вот, в принципе, я вам рассказал простые основные виды поста. Более сложные я вам не буду рассказывать. Еще хочу сказать о сыроедении еще. Не сыроедение означает поедание сыра, а сыроедение означает, что мы едим невареную пищу. Понятно, чтобы вы хорошо, правильно меня понимали. Вот. И смотрите, то есть сырая пища очищает тонкие каналы, точно так же, как бег,
точно так же, как пост. Она очищает тонкие каналы организма и увеличивает продолжительность жизни. Но одновременно она человека напрягает. То есть она тело не напрягает, она напрягает психическое тело, потому что там очень много праны, психической энергии. И сначала, когда человек ест одну сырую пищу, совсем одну сырую пищу, то первые полгода идет очищение организма. И это, в принципе, раз там в 10 лет, полгода поесть одну сырую пищу любому человеку полезно. У него тело становится более легким, счастливым, радостным, там, он счастлив. Но не имеется в виду не мясо сырое есть, понимаете, да? Это касается только овощей, фруктов там и так далее, орехов. То есть, если человек полгода там поел сырого мяса, да, то можно уже на цепь сажать. А? Это все самоубийство, потому что в сыром мясе, в сыром рыбе очень много находится всяких паразитов, которые потом тебя сожрут изнутри. Страшные вещи.